Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Буква «С» в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. Буква «О» в этом имени приносит людям раскрепощенность и жизнерадостность. Любая новая бизнес-идея, любой проект или изобретение может найти у носителей этого имени понимание. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Такие люди ради благих намерений могут решиться даже на ложь. Часто в характере людей с буквой «О» в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Если по каким-то причинам решение жизненной проблемы заходит в тупик, то такие люди становятся неуравновешенными, нервозными. Буква «Ф» в этом имени наделяет людей дружелюбием и жизнестойкостью. Владелец этого имени должен стремиться к тому, чтобы стать смелым и свободным от внешних факторов влияния. Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.